Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила со специальной программой в Токио 25 мая. До этого она находилась в другом японском городе Адате, где посетил предпоказ фильма «История Хати и Пальмы» и встретилась с братом своей очаровательной собаки Масару. О грядущем выступлении на льду Алина сама сообщила в своем Instagram. «А теперь я направляюсь в Токио, где 25 мая выступлю со специальной программой на льду». Что именно будет катать, Алина держала в секрете, но порадовала видео с тренировок, показала себя с коньками в раздевалке и немного моментов во время проката. С макияжем к выступлению Алине помогала компания Шисейда, амбассадором которой как раз является фигуристка. Возможно, в будущем нас ждет даже новая рекламная кампания с Алиной от этой фирмы. Выступала Алина Загитова на небольшой арене, места в трибунах там было немного. Увидеть олимпийскую чемпионку вживую смогла только избранная публика. На такое особое внимание рассчитывать может далеко не каждая известная спортсменка. Прокат Алины, как всегда, вызвал много положительных эмоций. Тем более в Японии нашу фигуристку очень сильно любят. Надеемся, этот номер Алина Загитова покажет и в России. Такую красоту хочется видеть снова и снова. Спасибо Алине за этот прекрасный номер.